Всем привет! Меня зовут Ангелина Приходько, и в сегодняшней рубрике «Бенефис аромата» я расскажу вам об аромате Bright Crystal от Versace. Существуют такие ароматы, которые создаются, как кажется, для того, чтобы нравиться всем. Одни их просто обожают, а другие относятся чуть спокойнее. Но в целом нет ни одного человека, который бы поморщился или отшатнулся при первом знакомстве с ними. Они милы, свежи, чисты, как цветы в утренней росе. И именно поэтому они вызывают, если не чувство яркого восторга, то милые и приятные ощущения точно. И именно таким является мой сегодняшний герой Bright Crystal от парфюмерного дома Versace. Популярность данного аромата настолько велика, что, как мне кажется, нет ни одного любителя парфюмерии, который не был бы с ним знаком. Ну а среди тех, кто не является владельцем коллекции в несколько десятков флаконов, а предпочитает 1-2 универсальных аромата на все случаи жизни, Bright Crystal – настоящая находка. И это неудивительно, ведь творцом чувственного и сияющего Bright Crystal является один из самых именитых и известных парфюмеров нашего времени – Альберто Моривес. Утверждают, что этот испанский нос за время своей деятельности создал более 1000 парфюмов, 300 из которых являются настоящими бестселлерами. Среди них вся коллекция Omnia от Bulgari, CK1 и Truth от Calvin Klein, 212 Carolina Herrera, Acqua di Gio от Giorgio Armani, и этот список можно продолжать бесконечно. Этот плодовитый гений во многом определил парфюмерные тренды 90-х и по сей день работает с самыми известными парфюмерными домами. Интересно, что его уникальный стиль основывается на парадоксальном чувстве несовершенства. По его мнению, совершенство – это скучно. Иногда самый удачный аромат и является таковым, потому что он несовершенен. Нарушение баланса создает настоящее эстетическое впечатление. Хотите, расскажу вам удивительный факт. Морилес до сих пор пишет свои формулы от руки разноцветными ручками. Он говорит о том, что «мой почерк – это мои эмоции». Когда я пишу формулу, я могу вдыхать аромат. Фирменными аккордами Морилеса являются роскошные цветочные, древесные и фруктово-мускусные ноты, создающие неповторимый чувственный стиль. И именно таким и является Bright Crystal. Он создал этот аромат в 2006 году как нежную и романтическую дневную версию роскошного вечернего аромата Crystal Noir от того же дома Versace. Считается, что на создание этого аромата его вдохновила сама Донателла Versace, главный дизайнер и ключевая фигура данного модного дома. Ее любимые ноты и легли в основу композиции. Давайте, наконец, узнаем, как он пахнет. Этот обольстительный аромат открывается фруктовыми нотами экзотического юзу и нежной горчинки спелого граната, приправленных обжигающим ледяным аккордом. Ну а сплетение пышного пиона с нежным лотосом и благородной магнолией в его сердце звучат настолько изысканно и мелодично, что могут не только выразить нежный характер своей обладательницы, но и поведать о глубоко спрятанной чувственности, которая усиливается ближе к базе, где в силу вступают известные афродизиаки – амбра и мускус, дополненные нотами южноафриканского красного дерева. Парфюм Bright Crystal давно стал классикой хорошего вкуса, которая никогда не выходит из моды. Этот аромат поистине универсален. Его можно носить в холодную погоду, и тогда он согревает. А если вдруг вам жарко, он вас немного охладит. Но особенно он хорош для весеннего сезона, когда все вокруг благоухает и цветет. Bright Crystal относится к универсальным женским ароматам, подходящим для любой обстановки и любого возраста. Его можно надеть как на встречу с друзьями, так и в офис или на романтическое свидание. И будьте уверены, что вы получите не только удовольствие от легкого струящегося флера за вами, но и произведете неизгладимое впечатление на всех присутствующих. Шик и роскошь солнечной Италии, сверкающие драгоценности на светских дамах и вечная атмосфера праздника – все это о парфюмерной композиции Bright Crystal от модного дома Versace. Этот парфюм в изысканном флаконе станет настоящим кристаллом, способным украсить любой ваш образ. В описании под этим видео вы найдете ссылку на данный аромат. Перейдя по ней, вы сможете поближе познакомиться с ароматом, почитать отзывы, а также посмотреть их стоимость на сайте духи.рф. А как вы относитесь к аромату Bright Crystal? Свои ответы пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. А с вами была Ангелина Приходько. Пока!